отлично. Классно у тебя сынок прикольные места тебе переводит. Ну вот, ну вот. Ну какого черта? Сим-сим, откройся. Сим-сим, любимый. Сволочь. Нора кормилы. Ну зашибись! Ты еще мне здесь не хватало. Нет, я говорю про эту бабу. Значит, лейтенант не эта баба. Клевая баба. My lord. Кармила. Кармила. This must be a dream. Наверное, это сон. And if you were never to wake again, would it matter? Если бы ты никогда не проснулся, имел ли это смысл? Я уничтожил тебя давным-давно. But that wasn't you. Но это был не ты. All those years ago. Все эти... Все это... Все эти годы назад. Воу, 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 осторожно. Наши дети смотрят! Я квадратиком это все заклею. Стопудово. I am yours now. Теперь я твоя. Do with me what you will. Делай со мной что захочешь. Она тоже сам предлагала в первой части, кстати. Она заразила, видать. Теперь я внутри тебя. И твоя слабость будет моей силой. Это я не буду переводить. Ты никогда не уйдешь отсюда, мой принц. Скотина, а? Мне сейчас еще ХП, наверное, будет убавляться. Ой, ребятки, привет. Чё, как жизнь? Кормила повредила вашу кровь? Ну или карабт? Или как карабт переводится? В общем, что-то сделать с кровью внутри вас. Ее мощь будет расти, когда вы получаете урон. Вы станете ее слугой, если когда она вас полностью подчинит. Ну просто охереть, и чё это? Грубо говоря, не надо получать димаг. Все понял. Я нажимаю сраный блок! Слушай, я не могу блокировать удары, отлично. Так, это не блокируем был. Наконец-то! Я отходил, ладно. Теперь я ничего не могу сделать с этими козлами. Охереть. Два скелетика забили меня. Ну что я такое? Блок нажимаю, не работает. Что-то не так было со мной. Что? Ну, камон. Мне специально показывают этот, типа, экран смерти. Вау. Будем называть проклятие. В общем, карабт, карабт. Что-то сделать плохо человеком. Не могу это одним словом. Вы знаете, то есть значение слова-то я знаю, вот в голове оно крутится, но сказать по-русски не могу. Быстрее, да. Да-да-да. Странные два скелета. Просто капец. Камон. Ой, сразу один побежал. Слушай, я не могу!
Не могу! Да как капец! Перестань уворачиваться! Охереть! Наконец-то я сломал это дерьмо! Я нажимал, ладно, не важно. Еще один, ладно, не важно. Я убегал. Охереть. Где еще кто? Блин, я думал, что с этим сделать что-то можно. Нет? Вау. Окей. Правда, мне покромсали малость. Мы сейчас, видимо, здоровье и слева, и справа. Задали задачку, конечно. Мне два скелета забили. Не знаю, у меня что-то с синхронизацией блока теперь не то. Вот это, по-моему, Мария. Мари. Габриэл. Are you real? Ты реально? Или это просто тоже сон? Я здесь. What power is behind this? Что за этим всем кроется? Что за мощь? Ты стоишь здесь. Как будто тысячи лет не прошли последний раз, когда я тебя видел. И нашего сына. И он скрыт внутри тебя. Я должна была защитить его от тебя, Габриэль. Они знали. Они сказали, что ты станешь. С чем ты станешь? У меня не было выбора. И они тебе сказали, сколько людей я убил? Они сказали, что станет с нашим дитя? Они сказали, что кровь, которая будет... Что будет сражаться кровь против крови в вечность. Тебя обманули, Мария. Скажи мне. Это награда Бога? За глупость? Ты не дурак, Габриэль. Я больше не Габриэль, женщина. Я дракон. Дракула. Я принц тьмы. Я и буду им всегда. На его стороне. Это моя месть. Я знаю, кто ты. И я знаю, что ты хочешь, чтобы это закончилось. Но эти муки должны свершиться. И скоро все закончится, моя любовь. Меня отослали назад, чтобы помочь тебе. Ты не можешь мне помочь. Ты не здесь. Ты нереальна. Я реально как кровь той ведьмы, которая тебя отравила, когда... Она, которая отравляет, когда мы говорим. Этот замок и он... И те, кто начинает думать, что ты здесь будешь здесь всегда. Ничто не может тебя остановить, чтобы ты ушел отсюда. Твоя мощь заставляет его жить. Это место было моим домом много-много веков. Теперь... Все, что я хочу, это всего лишь сбежать.
Я видел нашего сына здесь. Это не место для мальчишки. Это не место для тебя, Габриэль. И никогда не было. Пришло время тебе уйти. Пришло время, чтобы ты вернулся к нам. К своей семье. Теперь ты должен выпить моей крови. Она поможет сразиться против заклятия Кармилы. Поможет против заклятия Кармилы. Мог бы не хрипеть и не чавкать. Сейчас она еще исчезнет, да, конечно. Ты помылся, что ли? У тебя такие патлы. Дракула, помни, и я всегда с тобой. Погнали. Только я не понял, все равно же фиолетовая осталась полосочка. Здоровье. Ну, типа, окей. Видимо, 4 слота, надо что-то вставить. У нее титьки были меньше в первой части. Это я вам точно гарантирую. Что-то они здесь придумали. Ты никуда не уйдешь, мой принц. Ты что, боишься бабы, что ли? Ты что, мужик? Что это за херня? А, понял. I'm coming to get you. Стелс против бабы. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Я тебя книжки забью, скотина. У меня закончилось терпение, она сказала. Да-да-да, ты меня схватишь. Она, кстати, на карте показана. Замечательно. I'm getting tired of chasing you. Дымок. Классно обошел. Я здесь, а? Ах ты тварь! Ну что, ты, ну скотина, ну! Да пошла ты в жопу! I'm starting to get bored. И скучно ей. Скучно ей стало. Иди в жопу. Все. Я ухожу от тебя. Пошла вон. Да прольется на тебя свет солнечный. Юпитера. От Юпитера отраженный. Там еще как можно убивать вампиров, хер его знает. Сейчас все сумерки смешаются с другим говном, они станут бессмертными просто. До жопы. Может быть только забить их, если объединяться вместе Плутон и Уран, и надо будет их сложить вместе с... Не знаю, положить между Плутоном и Ураном и столкнуть Плутон и Уран. Вот именно Плутон и Уран. Все со мной не сгодится вообще никак. Значит, вы так... Кровюха закончится, нет? Тебе не кажется, мужик? И чё? А, типа, загрузка. Мол, подожди, чувак. А ведь мог просто по щам бабе надавать.
А нет. Нахера это сделать, у меня хп полное? Не знаю. Бессмысленное что-то я сделал. Не-не-не, я туда не пойду. Не-не-не-не-не-не-не. Ни за что на свете. Нет, подождите, или все-таки туда стоит сходить? Нет, я боюсь, если я выйду, то мне скажут, пошел вон. Ух ты, блин. Капец, замок целый здесь. Нет, здесь стопудово какие-нибудь вкусняшки, я уверен. Или отсутствие вкусняшек. Что тоже связано с вкусняшками. Да, это здесь была вкусняшка. О, значит, еще одна иголочка и будет челлендж. Вот тогда вернемся к Чупакабре. Это показывает крупным планом. Мне не особо нравится на это смотреть. Немножко. Немножко передергивает меня. Чё вы здесь сделали? Вы вдвоем там лежите, что ли? О чем тут? Бла-бла-бла. Нашли леди Кармила. Основательница братства. Ну, это, в общем, говорится о ней. Демоны в замке. И так далее. Может, погнали, сейчас замочим ее снова. Хорошо, что они другие боссов не будут возрождать, там, титанов всяческих. У меня же бег есть, правда, он такой... Его так мало, он так разбегается стрёмно. Тут же тормозит. Ну все, пути назад нет. Я в задницу. My love. Моя любовь. Я думал, что я никогда тебя больше не увижу. Теперь снова выпей. Кровь этой ведьмы могущественна. Закрой глаза, открой рот. Нет, Габриэль. This is pointless. Бессмысленно. Он знает твои трюки. Только моя меч может... Кровь может обернуть назад. Это проклятие. Мне надо выбирать, что ли? What the fuck? Мне надо выбирать. Мое сердце? Сейчас я выброшу сердце, кому оно побежит, у той крови выпью. Иди в жопу, я пошел вообще от вас обеих. Вы обе не настоящие. Deep inside, you know the truth. You must choose. I have faith in you. Choose me. I am your woman. I am yours. Я твоя женщина. Ууу, мне нравится. И что, что еще скажешь? Deep inside, you know the truth. Внутри ты знаешь правду. Doubt me, ignore her. Don't listen to her, Gabriel. Как мне вычислить? Ну, в общем, если... Я думаю, что... Да, я думаю, что она... заставила... Хотела, чтобы я отравился. Не просто же так она будет отдавать мне кровяку. Да! Твою мать! Только не говорите, что я сдох, меня откатит чекпоинт, потому что это просто бессмысленно тогда. Нет, просто битва будет сложнее. А знаете что, я могу просто чекпоинт... Нет, не могу. Нет, здесь скорее всего сохранение будет, ладно, не важно. Что получилось, то и получилось.
Это... Что? А как мне было понять, кто из них кто? А? Вы что, трахнулись, что ли? Я как вам должен был выбрать-то? То есть я наугад выбрал и сдох? Вы трахнутые башкой? Это бред! Это что за игра в угадайку? Алло, гараж! Ну и чё это за чушь? Как мне это вычислить, подождите? Я все кнопки понажимаю. Охереть, то есть это игра в угадайку? Если ты выбрал неправильно, ты откатываешь чекпоинт. А в чем смысл? Это просто бред! Я понимаю, если бы я выбрал неправильно, да? Допустим, то... Просто бы у меня было хп поменьше. Нет, меня просто убрали к чекпоинту. О, боже мой. Вот это абсолютный бред. Ну и чем смысл? What the fuck? То есть... Ну, так я и пытался... Так, стоять. Так, о, все выборы неправильные. Так я пытался уйти. Чё-то ничего не получилось. Я же, вы видели, я сказал сразу, ну и в жопу. Обе говно. То есть это в любом случае херня. Ну так я пытался уйти, так здесь идти некуда. Deep inside, you know the truth. Don't fall for her wiles. Они каждый раз разные, что ли? She is trying to trick you. Don't listen to her, Gabriel. She is trying to make you doubt me. Ignore her. You know me, Gabriel. Choose me. I am your woman. I am yours. Кто говорит, я твоя женщина, та и подстава. Ну, видимо, надо было как-то слушать, что они говорят. Но они все... Подождите. Давайте послушаем, что они говорят. Вот так надо было определять. Она говорит, что у нее вера, а та говорит то, что ты... Я та, которую ты желаешь. Но это все равно тупо. Ну, что это такое? Все равно это глупо. Стали просто обороняться. С меньшим количеством хп. Что ты за разочарование, она сказала. Ты. Плохой выбор. Зашибись теперь. Маша, стой там, я разберусь. Могла бы выбежать быстрее, если бы занималась спортом. Охренеть. Ты в таком катайся по городу. Забавно будет. Это смешно. Что они сделали с крутыми боссами из первой части? Что это? Вот это что такое? Шарбаба! Аучи! Я нажимал блок сейчас. Я уже нажал бы. Шарбаба меня бы атакует. Замечательно. Ну вот как я бы не на это было реагировать? Ну блин, ну ребят, ну я нажал поздно просто. Да я П нажимаю рядом с... Да посмотрите на эту чушь! Какого черта? Ну это просто бред!
Пошли вы в жопу! Просто идиотизм. Что мне с тобой делать? Он блок пробил. А, я просто... Да пошли вы в жопу с этой катсценой. Нахер она мне не сдалась. Что за бредятина пошла, а? Стою рядом, тыкаю кнопочку. Нет, он нахер будет в воздухе анонировать нахер. Охереть, твою... Фу, блин, даже выговорить не могу. Что это такое было? Печалька. Спокойно, сосредоточься, Илья! Что с ней делать? Так, другим, может, мечом? Ага! Ура! Ничего это мне не дало. Тап! Тап! А, все что ли? Я что-то должен активировать? Не знаю. Я ничего не вижу вообще. Охереть. Все плохо. И чё, и как мне туда было вернуться? Наверное, у ворота в воздухе. По жопке тебе. Что мне делать с тобой, уродина? А если у меня нету ничего, как мне? Может, с Марией что-то сделать? Нет. Ее надо сбросить, наверное. Стоп, сбросить надо. Да пошли вы в жопу, а! Я пытаюсь ее сюда затащить. Ладно, сначала их забить. Окей. Вот как мне от этого было увернуться? Да что за херня? Почему сразу два удара-то? Я не могу от всего уворачиваться. Слушайте, ну это бред. Пошло все в жопу, ну его нахер. Что это такое? Я в него въехал. Да пошли в жопу с этой катсценой. Что это такое было, а? Вот что это такое было? Я в него въехал, нажимаю Б. Какого хера не могу поднять его с пола? Почему он должен встать? Я что, не могу его на полу, что ли, заживать? Фу, нахер, кто это делал? Криво до жопы, охереть. И что, ну мне столкнулся я с ним, ну бывает. Ну какого хера взять-то его не могу? Стою, тыкаю, как баран. Кнопочку Б. Маразм. Что с этим боссом делать? А? Давай, иди сюда. Два удара подряд мне особенно нравится. А она не съезжает. Замечательно.
Пошло все в жопу. Что меня ударило сейчас? Почему? Я понял, если бы я отлетел, допустим, в другую сторону. Меня бы ударил, вот, я не знаю, что-нибудь он кинул. Я отлетел-то в сторону от того врага, который только что избил. Ау. Что мне делать с ней, с тобой, что мне делать? Ну, она меня отталкивает. Вот сейчас мне что с ней делать? Я ни хера не понимаю. Ой, идет все в жопу. Это что за бред? Он отталкивает меня, может, в воздухе? Просто охереть. Ничего на свете лучше нету, мать твою. Почему, когда он встает, я не могу его забрать, ну правда. Вы это видели, да? Не то впитал. Не этим. Ай! What the f... А, теперь у меня закончится заряд, отлично. И теперь я ничего не могу сделать. Слушай, это абсолютный бред. Если действительно вот, это, вот этим надо заниматься, то это абсолютный бред. А больше я ничего не вижу, что с ним можно сделать, что? А, теперь у нее, по-моему, всего лишь одна. Ну вот я сейчас вернулся, все, не было шанса вообще никак. Ау! Забыл про этот удар, что я его вкачал. О, господи! Не нажал кнопочку. Ой, идет все в жопу. Слушайте, это невозможно. Идет все нахер. Это просто охереть. Что это такое? Вот что это такое? До этого момента все было четко, гладко. Вот это что? Вот это что за херня? Ну, я, у нее, по-моему, два обруча вокруг нее крутится. Надо их оба разбить. Ну, вы просто охерели, что ли, на таких накапливать ману, магию. А, у меня же вещи есть. Сейчас я их заюзаю. Я совсем про них забыл. Но это охереть. Правда. Нельзя такие скачки сложности делать. Да, видите, у нее... Так, окей. Что мне дает бесконечную магию? Алло! Да идет все нахер, это невозможно. Ha!
Так, один обруч снял. Нет, два. Да, один снял, два осталось. Охереть! А если мне этот предмет, то придется страдать геморроем, просто нехеровым геморроем. Сначала бомбочки работали, потом нет. А, серьезно, ладно, окей. Воу! Еще один выпал. Где он? На! То есть мне забивать ее исключительно проджектайлами, да? Окей. Ну, я еще раз заюзаю, естественно. Попробую. Блин, ну это же просто бред. Где она? Слишком медленно отбавляется хп. Если серьезно, с ней надо сражать эту битву? Я думаю, нет. Ну же, давайте. Да я уже уворачивался. Охереть. Ну вот твою мать! Жду, жду! А она вот вздыхает! Просто невозможно! А, или просто может кристаллами кидать? Да что происходит? Где они все? Все за спиной у меня! Слушайте, это бред какой-то уже. Просто... это невозможно. Охереть. Они не охерели, нет? Лучший прием против этих говнюков. Да просто! Да не хотела этого делать! О, боже мой, я забыл переключиться. О, боже! Серьезно? Где она? Наконец-то! Я не верю, что таким говном... О, черт! То есть мне одной не хватало, да?
on. Don't miss a step. Это что за извращение? Come on. Don't miss a step. Где еще? Ну, охереть! Откуда пошел этот... А, от нее? Окей. Просто нихера себе, что они устроили. Что-то все, финал? Да там побольше полосочка жизни была. А, ну вот ее истинный облик. Окей. Мисс Пауэр. Понял. Привет. Как дела? Покушаем? Непонятно, проходите сквозь клетки. Да просто охереть. О, просто невозможно. Охереть. What the fuck? Я же убегал. А я забыл, что надо использовать силу. Да пошло ты в жопу! Ты, уродину! Здравствуй, дорогая, придется еще немножко потерпеть. Я понял, что надо... Ах, господи. Ну, а эта битва какая-то нереальная, чё... А, можно было блокировать. Просто иногда неблокируемые удары запускает. Я хочу впитать это дерьмо! Ай-яй-яй! Все, теперь понятно, что надо делать. Наконец-то! Ну, первая часть битвы это была просто херня ужасная. Хорошо, что у меня были предметы, которые я мог заюзать. Мало того, что босс нехило бьет, так еще и враги сильные. Нет, ты идешь со мной, сказала баба. В твоих мечтах. Ни хрена себе. Вот это какая довольная рожа была. Замечательно. Просто замечательно. Это комедия какая-то. О боже. Потрепало нервишки бита, потрепало. Но блин, это было тупо местами.
femme fatal. Местами это было просто тупо. Ну правда. На врагах, на таких врагах копить. Копить магию. Ну блин, ну вы охерели что ли, ребят? Ну это сложно ведь. Надо маленьких подкидывать. Вот тут эти враги, мол, телепортируются за спину. Мне понравилось еще, как они одновременно телепортировались за спину. Потом еще один был за спиной, и другой еще, когда я уже отскочил от него, еще показался спиной и ударил меня. А еще кормила им помогает. Просто вот 5 с плюсом, лучше не придумаешь. А теперь я могу проходить, пройти сквозь решетку, которая справа. Ва. Или не могу. Ну и пошло оно. Ой, смотрите, я нашел. Тут можно поставить димаг, который наношу врагам. О том, о чем я жаловался, то, мол, сделайте это, пожалуйста. И димаг, который... Окей. Ну, в принципе, это не особо нужно. Когда знаешь, что есть с... Какие у тебя удар есть? Так что... Поехали дальше. Наверное, мне надо через стенку сейчас пройти. Да.